скажем так, в банковских системах они идут. Если такое случается, то граждане могут обратиться как в Министерство транспорта и дорожного хозяйства области, как и в городскую администрацию. Самое главное им знать, дать нам данные, в каком они транспортном средстве ехали, если есть номер маршрута, время. Если данные, скажем так, обстоятельства будут подтверждены, перевозчик в установленном порядке средства эти вернет гражданам, пассажирам, которые воспользовались этим услугой. Нет, там женщина сказала, что, ну, оказалось, что с картой-то все хорошо, получается, ее, но обманули, получается. Ну если не, по ее словам. Не совсем так. При ней же, скажем так, когда прикладывали карту к терминалу, он не сработал. Ну, сказали, что он, это да, стоп-листе. Выдает, что карта в стоп-листе. Здесь вполне возможно, скажем так, определенная связь между считывающим устройством и, скажем так, сервером банка. Угу. Если она не прошла, то он выдал ошибку. Угу. Естественно, сделали вторую операцию, вторая операция при ней прошла. Выяснили, что как бы одна была лишняя, поэтому если это так на нет, самом деле... там не так, что вторая прошла, там было так, что один раз вот приложили и сказали, ой, у вас карта в стоп-листе, а на самом деле оплатили прошла. Оплатили наличные. Ну, соответственно, есть проездной билет на этот момент, есть факт того, что карта не сразу сработала. Если это подтверждается, деньги возвращаются. Угу, все, хорошо.